Первым делом, конечно, доступность ко всей инфраструктуре – это уже залог того, что человек с инвалидностью захочет двигаться, захочет достигать каких-то вершин, захочет учиться, работать, ему захочется жить. И если будут созданы вот эти условия, мы, в принципе, поднимем градус счастья в городе Хмельницком. Первым делом это пандусы, транспорт. Пандусы, причем в жилых объектах. Мы много говорили о том, что есть требования норм, строительных норм, но почему-то они не соблюдаются. И вот сегодня мы, например, сделали так называемый клуб борцов за доступность. И хотели бы, чтобы в этот клуб вступили и предприниматели, застройщики, которые, в общем-то, изначально должны понимать, что объектами будут пользоваться все.